Губернатор Севастополя провел выездное совещание в штабе по реконструкции дорожной развязки «Огурец». Михаил Развожаев оценил темпы работы и подробно ознакомился с проектной документацией будущего транспортного объекта. Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству двух из четырех подпорных стен. Занимается переустройством инженерных коммуникаций, готовность которых 20%, сетей связи готовность 10%, контактной сети пассажирского транспорта готовность 30%. На развязке ведется переустройство газопровода и монтаж локальных очистных сооружений. Напомним, реконструкция важнейшего транспортного узла Севастополя началась в середине прошлого года. Работы на объекте ведет компания «Антей-Стройинвест». Проект предусматривает строительство двухуровневой развязки тоннельного типа, как на Ялтинском кольце, круговое движение по верху и двухстороннее движение по углубленному тоннелю. Согласно госконтракту, закончить объект подрядчик должен до конца ноября 2025 года.